Современный рентгенаппарат поступил в Аскисскую больницу в рамках государственной программы развития здравоохранения Хакасии. На его покупку региональный бюджет выделил 17 миллионов рублей. Благодаря этому рентгенаппарату обследование пациентов становится более комфортным и эффективным. Например, здесь есть специальная панель управления, которая позволяет врачу по необходимости регулировать положение человека. Еще одно преимущество – это высокое качество изображения. Мы получаем изображение на цифровом носителе. Врач-рентгенолог на своем мониторе может изменить картинку, посмотреть снимок в позитиве или в негативе. Можно изменить контрастность, какие-то мелкие детали увеличить, более внимательно посмотреть. Прежде мы получали изображение вот только вот на пленке. Возможность компьютерной обработки цифрового изображения позволяет специалистам более точно и быстро определять диагноз. А если потребуется консультация коллег, врач с легкостью может переслать им снимок, чего не сделать с обычным изображением на пленке. В Минздраве Хакасии отмечают, кроме рентгена, Аскисскую больницу пополнит и другая медицинская техника. В частности, в этом году по программе «Болезни системы кровообращения» для больницы приобретут функционально-диагностическое и ультразвуковое оборудование на 12 миллионов рублей. Кроме этого, здесь займутся строительством нового детского отделения. Здесь здание находится в аварийном состоянии. Мы сегодня в этом году выполняем проектно-сметную документацию. Администрация больницы разработала и уже мы утвердили медико-техническое задание. Впрочем, внимание будет уделено не только здравоохранению Аскиза. В этом году планируется приобрести медицинское оборудование для медучреждений Саяногорска, Абакана и Вершины Тёи. Кстати, в таежный поселок наконец-то поступит рентген-аппарат, который местные жители просили у главы Хакасии в сентябре прошлого года. Виктория Титова, Руслан Шалгынов, РТС.